За шкирку кошку держит кот, дергается он, она орет. Дворняги задом наперед, стоя слиплись, ну и в общем вот. Семьей мы смотрим фильм, но есть запрет. Нельзя на поцелуи мне смотреть. И я воображал, закрыв глаза, как он язык актрисе отгрызал. Папа всему научил, как завязать шнурки, как мышцы нарастить при помощи дуги. Когда все злит вокруг, как быть мудрее мне, но не сказал, как с подругой быть наедине. Со мной отцовский опыт, я готов заменить колесо, перебрать мотор, развести костер с подружкой летом, но так и не сказал, как развести ее на это. А так нуждался я в советах. Но папа, почему ты мне не рассказывал про секс? Почему всегда только говорил про цех? Папа, почему ты мне не рассказывал про секс? Почему всегда только говорил про цех? Папа, почему ты мне не рассказывал про секс? Папа, почему ты мне не рассказывал про секс? Папа, что такое секс? Это вкусно? А где ты это слово вообще нашел? Рано тебе еще, карапуз ты. А, ну хорошо. Папа, детей приносит страус? Аист, это правда? А то. А чем вы ночью с мамой занимались? Ты все узнаешь потом. Ну как мне сыну так сказать, что кавалер и дама могут, так сказать, преодолеть барьер? Ни на латыни, ни на фене не пойдет пример. Сам как-то все поймет, поступит в универ. Надо б, конечно, протянуть руку помощи, а то он сам себе рука на этом поприще. Надо бы как-то рассказать, че почем вообще. Рука и сердце было б делом самым стоящим. Вот я и все сказал, ну а что но еще? Но папа, почему ты мне не рассказывал про секс? Но папа, почему ты мне не рассказывал про секс? Почему всегда только говорил про цех? Папа, почему ты мне не рассказывал про секс? Почему всегда только говорил про цех? Папа, почему ты мне не рассказывал про секс? Ты и провидец, ты и мудрец. Я только выполз, а ты уже здесь. Ты дал мне жизнь, запутанный квест. Но папа, почему ты мне не рассказывал про секс? Почему всегда только говорил про цех? Папа, почему ты мне не рассказывал про